студии Марина Бартынева. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Срок уплаты имущественных налогов за 2014 год наступает 1 октября. Ирина Чупина узнавала подробности. Сейчас здесь проходит обследование онкобольные, а в годы Великой Отечественной войны здесь располагался военный госпиталь. О том, какие изменения претерпело здание и какими подвигами вошли армавирцы в историю, расскажет Дарья Топчева. Межрайонная ФНС России номер 13 по Краснодарскому краю напоминает, что в 2015 году изменен срок уплаты имущественных налогов. Теперь жители города должны уплатить транспортный, земельный, а также налог на имущество не позднее 1 октября 2015 года. Что ждет тех, кто не успеет вовремя выполнить свои обязательства перед государством, узнала Ирина Чупина. В настоящее время уведомления об уплате имущественных налогов разосланы всем физическим лицам. В отличие от прошлого года, когда срок погашения имущественных задолженностей истекал 1 ноября, в 2015-м граждане должны уплатить налоги не позднее 1 октября. Кроме того, внесены некоторые поправки в налоговый кодекс. Налогоплательщики, которые по каким-либо причинам не уплачивали налог на имущество по отдельным объектам, то есть налоговый орган не включал им в налоговые уведомления отдельные объекты, то они обязаны у нас до 31 декабря сообщить в добровольном порядке в налоговый орган по этим объектам, и тогда налог на имущество не будет им начисляться за 3 предшествующих года. Рассылка уведомлений на уплату производится из Волгограда, который является центром обработки данных. Оттуда налогоплательщику и приходит заказное письмо с информацией о задолженности. Если же оно по каким-то причинам не достигло своего адресата, необходимо посетить налоговый орган, получить уведомление и произвести уплату не позднее 1 октября текущего года. В целях полного поступления денежных средств в бюджет налоговый орган, у него продлены часы работы. По вторникам и четвергам осуществляется прием до 20 часов. Первая, третья суббота у нас рабочие с 10 до 15 часов. Кроме того, налогоплательщики, которые желают применить льготу по имущественным налогам, то есть получили уведомление и увидели, что там они имеют возможность применить налоговую льготу, они у нас обслуживаются в приоритетном порядке. Неуплата имущественных налогов в установленные сроки влечет за собой штрафы и определенные меры взыскания. После того, как налоговый орган направил вам уведомление, в котором указано, что 1 октября необходимо оплатить начисленные суммы, наступает срок уплаты, и мы видим, что не произведен физическим лицом платеж, мы направляем физическому лицу требования, в котором указываем, какие суммы ему необходимо проплатить, и опять указываем в требовании этот срок. Если плательщик не производит уплату в течение указанного в этом уведомлении срока, документы передаются в суд, где вносится приказ о принудительном взыскании, который осуществляет служба судебных приставов. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Педагоги детских садов со всей Кубани поделятся опытом на одной площадке. В Армавире 24 сентября пройдет краевой форум по дошкольному образованию. Ожидается, что мероприятие откроет чествование лучших кубанских педагогов и коллективов детских садов, победителей краевых конкурсов, инновационных программ и проектов. Торжественная церемония открытия состоится в детском саду номер 18 города Армавира. Это учреждение является лучшим по подготовке к учебному году и базовым учреждением по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Почетную грамоту и ценные подарки вручили заведующие Ане Анохиной на краевом августовском педагогическом совещании. Конкурс на лучшую подготовку к новому учебному году проводится в крае ежегодно. В нем участвуют все образовательные учреждения региона, от детских садов и школ до вузов. Твои новости продолжают рубрику сюжетов по истории Армавира, приуроченную к празднованию Дня города. Как использовалось здание ныне существующего онкодиспансера в годы Великой Отечественной войны? А также каким образом санитарке удалось спрятать от фашистов 18 советских солдат в маленькой комнате Жакта? Вы узнаете из материала нашего корреспондента Дарьи Топчиевой. Сегодня онкологический диспансер обслуживает сотню пациентов. В учреждении работает несколько отделений. Однако так было далеко не всегда.
1942 год. Армавир оккупирован немецкими войсками. Своих солдат на лечение фашисты отправляли в военный госпиталь. Именно в его стенах сегодня и функционирует онкологический диспансер. Внешний облик и даже кафельная плитка на полу – все это осталось армавирцам в наследство от того времени. И хотя здесь проводился ремонт, до наших дней здание дошло практически без изменений. Капитальный ремонт был проведен 5 лет назад. Сменили кровлю в здании, реставрировали стены, но внешне и, в общем-то, оно сохранило первозданный вид. Как бы. На этом интересные подробности, связанные с военным госпиталем, не оканчиваются. Известно, что здесь же, на территории, был барак, где проходили лечение советские солдаты. Когда фашисты вошли в город, медперсонал этого госпиталя снесли раненых всех в один барак. На входе написали «ТИФ». Ну, мы прекрасно знаем, насколько немцы боялись всяких заразных болезней, поэтому они даже не стали входить в этот барак. Выставили часовых из местных полицаев, которые должны были следить за тем, как только кто-то выздоравливает, его сразу же отправляют в тюрьму или в концлагерь. Полгода медперсонал, рискуя своей жизнью, выносил из госпиталя лекарства и еду для советских бойцов. А после всеми правдами и неправдами вызволяли из учреждения поправившихся. Лермонтова, 233. Здесь чуть менее 70 лет назад разворачивались не менее интересные события. В маленькой комнатке Жакта у своей матери санитарка военного госпиталя Полина Фунтикова сумела спрятать 18 бойцов Красной Армии. С течением времени сам дом, конечно, изменился. Обложили новым кирпичом, сделали пристройки. Но сохранившиеся стены здания, если бы умели говорить, рассказали бы, как удалось спасти почти 20 человек от гнева фашистов. Немцы, конечно, просто в ярости на следующий день искали этих раненых, искали, кто это сделал. Вот. И патруль даже пришел домой к матери Полины Моисеевны, к Авдейкиной. И тут выходит соседка их, которая могла вполне их сдать, потому что всем соседям не поздоровилось бы, что они скрывают. Вот. Этническая немка. И на немецком языке объясняет патрулю, что я вот этническая немка, я бы сразу вам все рассказала, но здесь нет никого, не ищите. И патруль не вошел. С историей военного госпиталя связана и находка, которая была сделана в 1988 году. На территории были найдены останки советских солдат, умерших в госпитале от ран. Найденные останки солдат было решено перезахоронить. Свой покой 23 бойца Красной Армии, умерших в госпитале, нашли здесь, на территории онкодиспансера. Сейчас на этом месте возведен памятник. Дарья Топчива, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. В Армавире 23 сентября зазвучат сирены. Наш город не единственный, где в этот день проверят систему оповещения населения. В целом по региону ровно в 10 часов стартует плановая техническая проверка состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Звучение сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает внимание всем. По этому сигналу необходимо включить телевизоры на каналы «Россия-1 Кубань» или «Кубань-24», приемники проводного вещания на первую программу «Радио России», а приемники эфирного вещания на каналы «Первое радио» или «Радио России» и прослушать специальное сообщение. Армавирский центральный рынок – излюбленное место большинства армавирцев. Продукты здесь свежие, многие местного производства, да и цена зачастую выигрывает. Только вот из-за напряженного трудового графика или удаленности от дома не все успевают его посетить. С недавнего времени проблема решена. Как сэкономить время, совершая покупки, и получить при этом товар самого высокого качества, узнала Ирина Чупина. Доставка «Центральный рынок». Здравствуйте. Да. Да. Заявка принята. Спасибо. Занятым армавирцам теперь жить будет легче и проще. Они смело могут доверить закупку продуктов для своей семьи новой службе. Специалисты доставки выберут и упакуют качественные товары на любой вкус и в кратчайшие сроки доставят все прямо вам домой. Команда приветливых диспетчеров, внимательных менеджеров и пунктуальных водителей к вашим услугам. Во-первых, мы выбираем самый качественный, самый свежий продукт на рынке. Мы пытаемся угодить каждому покупателю, то есть выбирается по размеру, по весу, крупный, маленький товар, что закажет покупатель.
Как известно, предпочтения у всех самые разные, а служба доставки стремится удовлетворить пожелания даже самых взыскательных клиентов. Ведь здесь работают специалисты, которые понимают, насколько это ответственно. Они хорошо разбираются в ассортименте, ценах и качестве. Заказать можно все, чем располагает центральный рынок. Фрукты, овощи, бакалею, мясо и колбасу, рыбу, молочные продукты, а также выпечку, готовые блюда и бытовую химию. Менеджер по закупке выбирает внимательно и тщательно, как для себя. После этого товары проходят еще один весовой контроль в офисе службы и на специальном автомобиле. Или отправляются к заказчику. Водитель привозит заказ клиенту точно в указанное время. И только после того, как адресат осмотрит и одобрит качество продуктов, подтвердив процедуру своей подписью, работа считается выполненной. При этом всегда остается возможность вернуть товар. Служба работает в городе недавно, но уже успела хорошо себя зарекомендовать и приобрести постоянных клиентов. Очень удобная доставка, я пользуюсь этими услугами давно, мне очень нравится, всегда вовремя, всегда свежее все, даже не было ни разу, чтобы я там что-то бы сказала в адрес плохого. И вот мои подруги тоже, глядя на меня, тоже начали так же делать, и очень-очень мы довольны все. От дома не отрываясь, тебе все привезли качественное, очень довольны, очень даже, спасибо. Приятно удивит вас и стоимость услуги. Всего 50 рублей по городу, а при заказе свыше 1000 рублей бесплатно. Служба доставки товаров с центрального рынка работает ежедневно с 8 до 16 часов. Звонки принимаются по телефонам 8 989 289 44 99 и 944 99. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Кировская меховая фабрика представила в Армавире коллекцию своих изделий. Более 1000 моделей высокого качества жители и гости города смогут оценить, придя на открывшуюся 22 сентября ярмарку меха. Подробности в следующем материале. Шуба – предмет гардероба, о котором мечтает едва ли не каждая женщина. В ней не страшны самые лютые морозы, а главное, она способна придать обладательнице особую привлекательность. На открывшейся в Армавире ярмарке меха представлено большое количество шуб из норки, лисы, чернобурки и мутона. Все изделия изготовлены на фабрике в Кирове. Наша особенность того, что мы сами производим данный мех на своих зерхозяйствах и сами там его на месте уже и сшиваем. Поэтому получается высокое качество, долговечность. Большой размерный ряд от 42 до 64, разнообразие цветов и фасонов сделают выбор шубы процессом приятным и увлекательным. Также в продаже представлены жилетки из меха, головные уборы. Расположилась ярмарка меха в городском дворце культуры с 22 по 26 сентября. График работы с 10 до 19 часов. Мария Топчева, Александр Жерельев, служба новостей «Армавира». Парад первоклассников состоится в воскресенье 27 сентября в Армавире. Участниками мероприятия станут почти 2000 новоиспеченных школьников. Детский праздник стартует в 10 часов утра. Ребята под руководством своих наставников прошествуют по центральной площади. Здесь их торжественно посвятят в ученики. Как сообщили нам в управлении образования администрации, для ребят подготовлена концертная программа. После их ждут в городском парке культуры и отдыха. Там будет работать страна детства. На нее, кстати, приглашаются все желающие. Отмечу, парад первоклассников. Мероприятие традиционное пройдет в городе. Оно уже в пятый раз. Организаторы приурочили его к 176-й годовщине со дня основания Армавира. На этом выпуск завершен. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Ирина Чупина. В студии была Марина Бартенева. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир».